Из-за неудачного висцерального массажа жительница Арзамаса потеряла здоровье и даже работу. Мне правил кишечник, как он мне сказал, и как раз у меня были очень сильные болевые ощущения вот здесь вот. После последнего сеанса у меня живот пал и как бы перестал держать свою форму. Сейчас я поправилась, вот. А летом я весила 51 килограмм. Постоянно нахожусь на обезболивающих, у меня постоянные боли, вздутие в животе. То есть я не могу полноценно питаться, мне пришлось уволиться с работы. Когда я потом звонила ему и говорила, что мне делать, он меня послал на 3 буквы. О том, почему люди без медицинского образования практикуют подобную деятельность, сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».